вашему вниманию представлены хайлайты второй игры западного дерби между Актобе и Бей-Борисом. Видим мы, как с первых секунд сразу страсти на льду разгорались просто неимоверно. Ребята сразу понеслись в атаку. Ну, зеркальный матч мы увидели по сравнению с вчерашним. Актобе открывает на первых минутах, на третьей минуте, если быть точными, счет. У нас это делает Дмитрий Степанов. И после чего у нас была маленькая пауза здесь по голам. Были острые моменты, да, и здесь уже Денис Катов забивает вторую шайбу, увеличивает счет. Да, после броска защитника он оказался первый на добивании. И счет 2-0. Бей-Борис побежал отыгрываться. Вот мы видим еще один момент. Дмитрий Хозяшев, конечно, делал все, что мог. Мы видим нарушение здесь от Алексея Ишмаметьева. Создавали моменты, конечно, по статистике даже Бей-Борис перебросал у нас в общей Актобе, но с реализацией были сегодня проблемы. Много удалений было, задержек в матче, выяснение отношений, грязной игры, но, конечно, красивых голов было просто куча, особенно сейчас мы увидим на повторах пятый гол в сегодняшнем матче. Вот очередная атака Дениса Курепанова. Да, ничего здесь не предвещало беды, как тут нарвались на еще одно удаление. Вот был момент здесь у Колесникова. Мог он с неудобной бросать, но передержал шайбу, и после чего был отыгран момент. Здесь уже другой 27 номер, Артем Сошников, переваливает на неудобную, и почти удалось ему продавить оборону, но не смог он завершить момент. Были у нас сегодня игры 5 на 4, 5 на 3 у Бей-Бориса. Также и Актобе играл мы в большинстве. Вот хороший гол. Иван Зинченко отдает на Иванова. И тут же бросок сходу мы видим с офиса, как любят говорить в Вашингтоне. И счет становится 3-0. И здесь ответка не заставила себя долго ждать. Капитан команды Кирилл Старцев после шикарнейшего паса партнера сокращает счет. 3-1. И после здесь уже понеслись у нас удаления. Игра в большинстве мы видим от Бей-Бориса. Вот здесь ошибка Гатина. Не смог он вывести шайбу. И у нас Дмитрий Потайчук забивает четвертую шайбу. Мы видим, как Киселев подбирает и переводит на другой фланг. И Дмитрий Потайчук забивает броском сходу. Шикарнейший бросок получился. Не смог совладать с ним Дмитрий Хозяшев. Счет 4-1. И в третьем периоде уже у нас ребята вышли Актобе после периода. Им было мало. Понеслись они дальше атаковать, забивать. Вот мы видим Денис Катов. Очередная атака. И здесь выкатывают 2 в 1. Киселев у нас автор забитого гола. Давайте еще раз с другого ракурса посмотрим. Выкатывают они с партнером 2 в 1. И здесь просто гроссмейстерский. А на паузе забивает пятую шайбу Иван Киселев. Фиксируем счет 5-1. Актобе в двух играх забирает 3 очка. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.